Кризисные центры начали обзванивать тех, кому пора на ревакцинацию. Повторную прививку уже сделали 17,5 тысяч человек. Продолжит Алиса Плахова. Здравствуйте, вас беспокоит кризисный центр. Со дня вашей вакцины прошло 6 месяцев, в связи с чем мы рекомендуем вам ревакцинацию. Вам уже сообщали об этом? На другом конце провода Татьяну благодарят за звонок и заботу, поздравляют с наступающими. Именно так на звонки кризисного центра реагируют большинство граждан. На местах операторов – студенты-медики. За день каждому из них удается обзвонить порядка 40 человек. Все очень довольны благодаря тому, что мы заботимся о них. И даже вот буквально я звонила, мне всегда говорят, приятно, что вы о нас помните, и за то, что вы говорите про ревакцинацию и думаете о нашем состоянии и здоровье. Информация в кризисный центр попадает из поликлиник. Сообщают о ревакцинации, строго следуя спискам. Будущие врачи не только обзванивают граждан, но и ведут статистику. Во-первых, министерству нашему, как здравоохранения, так и внутренних дел, вести статистику, собирать информацию и, соответственно, помогаем людям, которым становится хуже. Мы их, если что, узнаем об этом и можем направить к ним волонтеров, либо помощь какую-либо. Ревакцинация от коронавируса началась в Приднестровье 2 декабря. На выбор предлагают «Спутник», «Файзер», «Синовак» и «Модерну». Операторы колл-центра не записывают на ревакцинацию. Их дело только напомнить. Записаться на прививку человеку надо самому. В поликлиниках по месту жительства по единому номеру 126 или на портале госуслуг. Алиса Плахова, Игорь Мацота, ТСВ.